Всем привет! Сегодня играем в Бит Хазард 2. Вот так. Это довольно динамичная игра. У тех, у кого нарушение с эпилепсией, желательно не включать ее. Так, слишком много и слишком ярко, слишком резко изменяются цвета. Навыков можно разные приобрести навыки. В ангаре можно приобрести самолетик. Они не сильно отличаются. Можно собрать свой самолетик. Тут выбираешь размеры, выбираете турели. В основном конструктор можно. Довольно большие варианты есть. Как его можно поменять. Так, это еще не особо интересно. Ну, видно, сбоку было кораблики разные. Абсолютно вообще с разных форм бывают. Так, какой-нибудь режим. Ну, например, основной. Выбираем музыку. Можем выбрать свою. Можем выбрать. Выйти из игры. Есть. Есть разные варианты. Так. Опа, мой вот этот. Так, начинаем. Так. Так. Ну, мы летаем. Под музыку и стреляем в разные объекты, самолеты, астероиды. Игра очень динамичная, и как я понял, в записи небольшие лаги идут. Не знаю почему, скорее всего проблемы именно с программой, которую записывал. В игре никаких лагов нет, она довольно нетребовательная, работает очень шустро. Никаких травмлений нет. Возможно, из-за слишком большой смены кадров. В игре нужно следить за всем. Может большая концентрация, реакция. Но, к сожалению, у меня с этим все плохо. Я набрал 70 тысяч очков, на первом месте 3 миллиона. Для не то что разгрузки мозгов, а иногда отвлечься очень полезно. Как смена деятельности, залипнуть под любимую музыку в такой шутер, ну, минут 20-30, довольно полезно. Также дают ачивки за быстрые убийства, вы их можете, то есть чем дальше, тем быстрее счет растет. Так, есть микроракет, кроме лагеря есть конь до конки наружу, обычно ракеты. Также появляются боссы, либо какие-нибудь довольно крепкие самолетики, которые легко я могу убить, а ты их можешь стрелять очень много. Так, вот я проехал поход. Ты кончился. Так, дали навыки. Поздравляем. Вот, в общем, такая игрушка. Можно просто музыку послушать под визуализацию.